Впервые при отечественном вузе заработал цех по производству молочно-колбасных изделий. Теперь студенты Агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина участвуют в полном цикле производства продукции. Руководство вуза планирует даже наладить поставки продукции от университета на столичные прилавки. Марал Аманжолова побывала на мини-заводе. В молочном цехе производится более 30 видов продукции, один из них творог. Его жирность составляет 5%. Уже через час продукт будет готов. Молочный цех при университете больше напоминает мини-завод. Ряженка, йогурт, сыр, мороженое. Здесь планируют производить практически весь спектр кисломолочной продукции. Вот только вместо работников в спецформе здесь всем управляют студенты под чутким руководством преподавателей Агротехнического университета. Технолог Аида Ерден, студентка третьего курса. Будущий инженер уже знает все азы производства. Пока я себе научилась, как ставить, упаковывать, пока не все это потом. Ну, мы так пока не смотрели, нам показывали все. А в дальнейшем мы уже будем сами это все делать, производить. Мне очень нравится. Я научилась, как готовить молоко, что туда добавляется, как производится, всю технологию производства молока. Первая партия продукции уже готова. Это 80 литров кефира, 40 молока, 20 сметаны. Рынок сбыта здесь один – столовая университета. Но у студенческого цеха большие планы. Уже к лету их продукцию попробуют астанчане. Руководство вуза намерено наладить поставки на прилавки нескольких столичных магазинов. В первую очередь для студентов, чтобы студенты своими руками делали. Главный ориентир, чтобы подготовить, получить как качественного специалиста, мы должны ориентироваться на практику. Это мировой опыт. Студент должен делать все своими руками. Жахский кефир. По результатам анализа это хороший кефир. Настоящий и на живом молоке, без ГМО. Над производственной линией работают не только бакалавры, но и магистранты, докторанты. Они на практике познают азы производства натурального, экологически чистого молочного продукта. Производство молочных продуктов – не первый действующий проект университета. При вузе работает и колбасный цех, где выпускают до 30 видов разных изделий. И руководят всем этим сложным процессом исключительно студенты. Марал Аманжолова, Омарбек Изимов, Адиль Хазатулемис, Астана, Хабар 24.